Радиосообщение нарушено. Связь возможна только на коротких дистанциях. Аварийное остановление. Система перезагружена. Осторожно, вы в темной зоне. Ну чё, пойдем посмотрим, до кого доклепаться. Вы покидаете безопасную зону. Пойдем поищем приколистов. Вон сзади уже один пробежал. Пропустили, блядь. Как-то за приключениями надо вниз туда идти. Да, да, пониже, тут сейчас мало кто будет. И то самые отбитые останутся, потому что все... Все фармят, да, да, да. Ну, нам то, что нам нужно, самые отбитые. Ну да, сейчас мы получим пиздюлинку и пойдем фармить ГС. Вон он, вон он, 150. Ну, я не знаю, он одного и того же бывает, может быть, они просто рофлят. А, нет, их там двое. Они щемят одного парня какого-то. Я помню, сталкивался с этим жиганом когда-то. Да-да, мы вместе играли, по-моему, мы играли вместе. Да тут Тёмка такая тесная, забей. Можно чуть-чуть парашить, пошли. Два щитовика. Побежали, быстро-быстро. Нормально, нормально все. Никакого-то там урона нету, успевай хилиться. Надо их заманить. Ну, чтобы на счастье не обошли двое. Теперь он байтит, по-моему. Сюда, 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 сюда. Они нас обходят по-любому. Не. Вон, по-моему, двое. Хотя нет, нет. Они свалили куда-то. А вон они. Иду. Ой, да и там уже четверо. Ну, сейчас начнется такое. Давай на них сверху залезем, посмотрим, вот отсюда. Можно это сделать? Нет, ни хрена нельзя. А, нет, можно. Вот с этой стороны их обойти. О, они побежали все туда, к нам.
Сзади, сзади, уходи. Ой, чё ж такое, Ленька, пролагивает. Что-то сегодня серверы Ubisoft чудят. Надо нам с тобой как-то встретиться. Да, надо, я не знаю как. Чё, беги к эвакуации. С другой стороны. Я на эвакуации. Понял, ну, хз тогда. Я ещё подбегаю только. Хуёво, да, когда Нью-Йорк не знаешь? Когда не местный. Ну все, я оторвался. Да, я оторвался. Те же, блядь, шиноби, ниндзя, меня не поймать. Бегу к тебе навстречу потихоньку. Хищник один есть. Думаю, да что оно не так? Вон, я вижу их, они бегут на тебя. Параллельно иду. А я вижу тебя. Я навстречу тебе иду. Тогда я не иду к тебе навстречу, понял. Здесь на перекрестке жду. Они пробегают, да, они пробежали мимо по соседнему перекрестку там. Ну да. Я там одного чуть не вынес, но он свалил от меня. Надо куда-нибудь зайти в сейф-зону и настройки поменять. Блин, сука, не Ubisoft. Сейчас чувачка позвал еще. Угу. Суки, кофе не дали попить. Мне, кстати, тоже не мешало бы заварить. Блин, они на турельку ведутся неплохо так. Да они какие-то это... дилетанты. Вот. Сюда можно? О, даже сюда можно залезть. Ничего себе. Куда они там втопить могли? Блин, может, они отмылись уже просто? Да, скорее всего. Больше никого, кроме нас, наверное, не было.
Вот обидно, что отсюда нельзя прыгнуть и убиться к херам собачьим. Че, может попробуем забайтить? Пошли какую-нибудь шмотку подберем. Вызовем на Лукоцу. Кстати, это мысль. Сейчас, секундочку, я настройки поменяю кое-какие. Угу, давай я прикрою. Давай, я тоже в убежище запрусь, кофе поставлю, буквально 2 минуты. Давай, давай, да. Утренний патруль, да, с чашечкой кофе сразу в руке. И не важно, останемся ли мы живы. Два человека. А нет, он мобы. С контейнером или нет? Нет, слышишь, он не на эвакуацию пошел. Он поругается. Иди забайте его с кочевником. А я если что подключусь. Агент, я направляюсь к вашей позиции. Эвакуация прошла успешно. Что-то он очканул, походу. Ну что? Ну да, наверное. Мы если бы... Погнали этого вахмистра искать. Да. Вот где он? Еще ниже. Да, вот вижу в эту все. Сторону. Угу. На эвакуации, на самой нижней. Ну, я думаю, вот этот челик бы напал бы, если бы один был. Наверное, на двоих не стал. Думаешь? Угу. Ну, а чё, он прибежал на эвакуацию без шмоток? Просто посмотреть, помочь, не думаю. Типа, так он увидел, что нас двое, очканул. Не только ж мы такие хорошие люди. Да, не-не-не, только мы. Ладно. Не буду с тобой спорить. Таких тут больше нету. Такие хорошие ребята, только мы и в трейлере Ubisoft еще вот были. Все. Вы выходите из зараженной зоны. А то не мы там в трейлере снимались, не? Не-не. Ubisoft. У меня есть список, кому наведаться. Вот видишь, значит,
Значит, еще кто-то есть такой хороший. Да, там постановочные ребята. Это актеры. Я слышу его. Я прям слышал. 180 метров. Подходи, я вижу уже там зарубу, слышу. Течки вижу. Я его нашел. Да, вот это он. Давай в кольцо его берем. Че, это ты тут ребят кошмарил, урод? А? Ты тут кошмаришь? Иди в мою смену. Погнали, пока нас не закошмарили. А мы никого не боимся. Как вариант. Транспорт на подходе. Ожидайте. Сейчас, давай челику поможем эвакуироваться и пойдем. Давай. Более, может, опять этот урод придет. Go, go, don't worry. Что-то мы походу того парня отбили желание рогаться. Походу. Ну видишь, день прожит не зря. Угу. Можно пойти пофармить. Внимание! Происходит выброска груза. Ну все, теперь я ничего не боюсь. Привет, Джека. Джека, ты чё на брифинге не был? Мой товар. Ты отпатруляете батлоне, вообще не понял. Да. Бу! Пугаешь. Ты будешь рогаться или нет? Иди сюда, сделай фото с клоуном.
Два глухонемых. Это мим, это клоун мим, я понял. Живая статуя, да? Почему он не рогается? Зарогайся. Ну там-то один в кочевнике, ему попроще. А мы вдвое в кочевнике. Нам еще проще. Сори. Присев. Закошмарили челика, заставили его рухнуться, отпиздили и довольны дальше пошли. Ну а хули он рогается, правильно? Обычный день в ТЗ. Да. Он понимал, что он не выживет. Я уже слышу тут. Пойдем накажем его. Связь возможна только на коротких дистанциях. Аварийное остановление. Система перезагружена. Внимание! Вы входите в темную зону. Чё, пацан, опять вас обижает, да? Пойдем, пойдем, разберемся с ним. Под землей. Да, я вижу его.
считаем, давайте вместе. Раз. Жек, заряди зажигательный, пожалуйста. Очень смешно, да, когда тебе въебало зажигатель не пролетает?